Здравствуйте, в эфире «Азов.Инфо», в студии Герман Токарев. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Поселку для многодетных семей «Быть». На заседании Азовской городской думы рассмотрели вопрос софинансирования проектно-сметной документации. Азовская спортсменка стала героиней многосерийного документального фильма «Движение вверх». В Ростовской области проходит широкомасштабная акция «Безопасная дорога детям». В будущем году планируется наконец начать разработку проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей для земельного участка, выделенного многодетным семьям. Эти и другие не менее актуальные вопросы обсудили сегодня депутаты Азовской городской думы. Сегодня прошло 15-е очередное заседание Азовской городской думы. Начальник финансового управления администрации Анатолий Шурховецкий предложил на рассмотрение депутатам проект решения по изменениям в бюджет Азова на текущий год, а также на плановый период 2021-2022 годов. Увеличиваем межбюджетные трансферты на сумму 5 891,1 тысяч рублей. Это у нас выплаты стимулирующего характера по линии здравоохранения. Областные средства в размере 1 596,6 тысяч рублей, федеральные 4 084,5 тысяч рублей. Кроме этого, в 2021 году городской бюджет будет участвовать в софинансировании разработки проектно-сметной документации по строительству подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей в юго-западной части города. О результатах реализации национального проекта здравоохранения депутатов проинформировал главный врач СГБ Вадим Бритковский. В 2020 году в городе реализация региональных проектов осуществлялась без целевого финансирования. Однако, благодаря проводимым целевым мероприятиям, целевой показатель смертности трудоспособного возраста по итогам 9 месяцев составил 398,9%. При целевом 414 установлен на 2020 год. Проектом здравоохранения планируется повысить качество и доступность медицинской помощи для населения, а также изменить характер отношений между врачами и пациентами. После доклада главного врача слово взял депутат Юрий Голубев, который рассказал, как несколько лет назад инициативная группа жителей города и района обратилась к Вадиму Бритковскому с просьбой посодействовать созданию в Азове гемодиализного центра. И он сам, не дожидаясь ни депутатов, ни общественности, стал очень мощно, серьезно заниматься вопросом. И на сегодняшний день центр этот есть. И вы сами понимаете, когда человек на диализном центре 4 часа сидит, у него чистят кровь, или ехать в Ростов, туда как бы мучиться и назад. Или как бы вот здесь он рядом дома, где можно и расписание выбрать, и все остальное. Гемодиализный центр, который соответствует всем стандартам современного медицинского учреждения и готов принять до 60 пациентов, был открыт в сентябре нынешнего года. Уже за этот диализный центр наша Азовская городская дума за спасение людей должна бы подумать о том, чтобы Вадима Валентиновича поощрить. По всей видимости, может быть, за заслуги перед городом, каким-то знаком. Также депутат предложил коллегам отметить заслуги кардиолога Елены Генриховны Мельниковой. Благодаря огромным стараниям и ее, и Вадима Валентиновича, вот этот стендовый центр, который считается одним из лучших в области, и из некоторых регионов даже едут к нам с тем, чтобы сделать эти операции на сердце. В лице главного врача депутаты поблагодарили всех медицинских работников Азова, чей труд в сегодняшних реалиях без преувеличения можно назвать героическим. Также народные избранники обсудили итоги реализации стратегии социально-экономического развития города до 2030 года, действия программы «Доступная среда», состояние делового климата и другие вопросы. Екатерина Четверякова, Татьяна Иващенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. В феврале 2021 года на федеральном канале «Спас» состоится показ семисерийного документального фильма «Движение вверх», где героем каждой серии будет участник фестиваля единоборств, посвященного памяти святого равноапостольного Николая Японского. Одной из героинь проекта по результатам кастинга стала юная азовчанка, обладательница многочисленных кубков и медалей Стелла Манучарян.
Подробности у Иваны Пажельцевой. В этом году исполнилось 10 лет с момента организации фестиваля единоборств и боевых искусств при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, который посвящен памяти Николая Японского. 150 лет назад он прибыл из России в страну восходящего солнца с миссионерской проповедью о христианстве, после чего его стали называть православным самураем. В связи с такой знаменательной годовщиной на телеканале «Спас» было принято решение о создании проекта под названием «Движение вверх», где будет показана история спортсменов, представляющих разные боевые дисциплины. Героиней одной из серий стала азовская спортсменка Стелла Манучурян. Данным циклом мы хотели бы показать, что путь любого спортсмена, он неровный и непростой. И нам, я думаю, понравилось то, что Стелла, она как бы, во-первых, этого не скрывает, она прямо заявляет и понимает, что у нее есть какие-то, может быть, трудности, проблемки, которые мешают до конца там, да, реализовать какие-то свои мечты, цели, и тем не менее она не боится этого показать и не боится показать, как она над ними работает. И еще, что важно, она разносторонняя. То есть она не ограничивается одним спортом, она там и волонтер, и этим увлекается, и при этом она очень много внимания уделяет себе, что нам тоже было интересно, да, то есть такая... Рушит стереотипы. Есть такой стереотип, что раз девочка в карате, то девочка пацан. Девочка такая, да, как бы немножко, у нее не так, у нее немножко иначе, она все-таки вот эту девочку в себе сохраняет, и это тоже цепляет в ней, безусловно. Изначально сценарий был построен только на интервью героини, но в ходе работы над серией были внесены коррективы для максимального погружения зрителя в тренировочный процесс. Конечно, это не только интервью, это и тренировки, и общение с семьей, общение с тренером. Это интервью не только Стеллы, это интервью тех людей, которые занимают очень важное место в ее жизни на данный момент и вообще. И поэтому из этих вот всех кусочков людей, действующих лиц, происходящих событий, всего того, что она пережила за эти дни, собственно, вся эта серия, она как бы складывается и, как мы думаем, должна сложиться, конечно. Главной сюжетной линией сериала являются тренировки спортсменов во время подготовки к соревнованиям на Кубок Николая Японского, который состоится в феврале следующего года. Героями сериала стали 7 спортсменов со всей страны. Для завчанки Стеллы Манучурян приглашение в проект было неожиданным. Мне сказали, что нужно снять видео, но так как я ленивая, я его не снимала, я попросила, чтобы просто со мной связались напрямую. Мне позвонили, я поговорила. А потом меня попросили снять видео, но сказали, когда скажут, тогда я сниму. И в этот момент, когда мне его сказали снять, я была на сборах в Донбайях. Я сняла видео, просто рассказывая о своей жизни. Вот. И я не знала, выиграю я или нет. То есть для меня это так... То есть я просто смирилась с этим. Ну нет, имело значение. Я, конечно, хотела выиграть, но у меня были сборы, я все-таки вся в сборах была, и мне некогда было об этом думать. Но, конечно, радовало, когда мне там звонили, говорили, о, круто. Основная задача, поставленная перед участниками проекта, показать, что вера и спорт взаимосвязаны. Вера и спорт – это очень, они между собой очень взаимосвязаны, потому что вера, она всегда помогает в любой ситуации и в любой цели, можно так сказать. И когда ты веришь во что-то, я думаю, это обязательно сбудется. По задумке авторов, завершающей линией проекта будет встреча всех героев на Кубке памяти святого равноапостольного Николая Японского в Москве. Ивана Пажельцева, Алексей Покатило, Азов.Инфо. С 28 октября по 10 ноября проходит областная широкомасштабная акция «Безопасная дорога детям». С начала года, по сведениям ГИБДД, на территории Азова и Азовского района зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых 3 человека погибли, 29 получили ранения. 15 ДТП произошли по вине пешеходов, где погибли 2 и 13 человек получили телесные повреждения. Уважаемые участники дорожного движения, на территории обслуживания с начала 2020 года наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий практически на 25%. Снижение количества раненых дорожно-транспортных происшествий на 31,3%. Но вместе с тем наблюдается рост числа погибших в ДТП на 55,6%.
Только за прошедшую неделю было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли, 2 получили ранения. По предварительным данным, 2 случая, повлекших за собой смертельный исход, произошли по вине пешеходов. В связи с этим хочу обратиться к водителям транспортных средств, быть предельно внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, особенно в ночное время, а также при ухудшении погодных условий, в условиях недостаточной видимости. Пешеходам напоминаю, что у них также есть свои обязанности, закрепленные в 4 главе правил дорожного движения. В частности, пункт 4.5 гласит, что на регулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся в том, что переход будет для них безопасен. Также напоминаю, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечить видимость этих предметов водителями транспортных средств. Особенно призываю родителей обеспечить одежду своих детей световозвращающими элементами. В течение 2 недель, начиная с сегодня, на территории Азова и Азовского района будет проходить областное профилактическое мероприятие «Безопасная дорога детям», цель которой – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. С начала года у нас на территории обслуживания уже зарегистрировано 15 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых, к сожалению, один ребенок погиб и 14 человек получили телесные повреждения. С этой целью сотрудниками ГИБДД проводятся акции, которые сегодня проходят у нас под названием «Пешеход». Также будут проводиться акции под названием «Пешеходный переход», «Несовершеннолетний нарушитель ПДД», «Ребенок-пассажир». Естественно, будет проводиться профилактическая работа, работа с водителями транспортных средств по профилактике, ну и, конечно же, выявление нарушений права дорожного движения. Уважаемые пешеходы, не забывайте, что согласно правилам дорожного движения у вас тоже есть свои обязанности. И за нарушение правил дорожного движения пешеходами, согласно части 1 статьи 12.29, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. Уважаемые участники дорожного движения, водители, пешеходы, будьте взаимовежливы на дорогах, и это позволит нам избежать трагических последствий. Александр Кучиц, Иванна Пажельцева, Азов.Инфо. Парки, скверы, дворы многоквартирных и частных домов Азова украшают деревянные фигурки сказочных героев и забавных животных. Они стали появляться сравнительно недавно, но уже успели гармонично вписаться в пространство нашего города. Наша съемочная группа стала свидетелем рождения еще одной скульптуры в сквере «Березка» и пообщалась с автором, мастером народно-прикладного творчества Олегом Якубовичем. Исходный материал для парковых скульптур Олега Якубовича – это сухие или аварийно опасные деревья. Техника, в которой работает мастер, называется карвинг, то есть скульптурная резьба бензопилой. Сравнительно новое и достаточно перспективное направление в декоративно-прикладном творчестве. Олег Якубович занимается резьбой по дереву почти 20 лет и овладел практически всеми приемами в работе. Да, это изначально было хобби, потом это хобби переросло в хобби, которое начало кормить семью, и в дальнейшем в образ жизни. Многие годы занятия резьбой по дереву нисколько не погасили живой интерес мастера и не превратили творчество в ремесло. В этом виде художественное творчество, наверное, как бы ремеслом не назовешь его, потому что все новые образы, и с каждым образом как бы дерево диктует свое, и интересно как бы договориться с этим деревом и что с него получится. По словам скульптора, прежде резчики использовали в работе только стамески, фасонные топорики и подобные инструменты. Для тонкой работы и детализации скульптуры они необходимы и сегодня. Практически постоянно в первоначальный замысел приходится вносить изменения. «Подходишь к дереву – начинается импровизация», – рассказывает мастер. Кстати, об отжившей свой век деревьях ему обычно сообщают работники администрации, коммунальных служб и просто озовчане с просьбой по возможности сделать из пня или сухого ствола садовую скульптуру. Бывает, повторяются образы, но одинаковых практически не сделаешь. Как вот много сов, люди просят сов. Например, если заказывают, всем нравятся совы. Но никогда одинаковая сова не получится. Всегда разные. Техника резьбы у каждого мастера своя, так же, как и у художника мазок кисти.
Поэтому он всегда узнает и свою скульптуру, и работы коллег. И мимо своих работ Олег Якубович спокойно пройти не может. Подходишь, смотришь, прощупываешь, может там отреставрировать что-то, может как-то заново лаком покрыть, маслом покрыть, что-то такое. Что же касается сегодняшней скульптуры, то на наших глазах сухой ствол превратился в гордого орла, который охраняет кормушку для птиц, а заодно и украшает сквер «Березка». Екатерина Четверякова, Татьяна Иващенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 615-54. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего вам доброго. До новых встреч. Четверг, 29 октября, облачно с прояснениями. Температура днем плюс 15-18, ночью плюс 11-13. Ветер восточный 5-6 метров в секунду, влажность воздуха 64%. Уровень воды в реке Дон на 48 сантиметров ниже отметки 0. Температура воды в реке плюс 13 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.